Окей, йоу, гайз, с вами Шимики и... Так, стопы. Да, запись идет. Поэтому погнали. Так, мы остановились здесь, в роще. Оказывается, эта тварь не одноразовая. И это очень плохо. Это... Думаешь, я тебя не вижу? Нужно прокачать, во-первых, все-таки мне мой этот... О! Блин, а там меч прикольный. Такой же почти как у меня. В скобочках-то. Безумный алхимик. Вот черт. Слышь? Я, конечно, все понимаю. Но я не пытался с тобой драться. Так, нужно, короче, этих убивать тварей. Да, я понял, понял. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Да, весело. Сказать по правде, в принципе, босс довольно легкий. Главное понять его механику. Так, и не потратить сразу хп на вот этой твари. Я забыл о нем. Да-да, безумный алхимик, я понял. Почему ты светишься, тварь? В него мои души. Я понял, до свидос, чел. Тихо. Ой, хилит слабо. Давай ко мне. Тихо. Тварь. Тварь, тварь. Тихо, тихо, тихо. Пока-пока, мои души. А подождите. То есть он навсегда не забирает, да, души? Ну, то есть они не пропадают. Окей, то есть... Окей. Тихо. Нормально. Он долго принимает эту херь, красную траву. Очень долго. Ну, в принципе, тактику я понял против него. Попробуем сильную атаку. Тихо, назад, назад, назад. Тихо, 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 тихо. Назад. Тихо, 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 назад. Хилимся. Пускай, хорошо, я получу урон от этого. Тварь, тварь, тварь. Хилимся, хилимся, хилимся.
Да ёбаньё! Он надоел! Он меня надоел. Мы убьем в этой серии его. Мы убьем. Плевать на золото, все, я потерял все. Потом я все равно заработаю. Сейчас я его убью, мне дадут там косарь. Если не больше. О, здорово. Здорово. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Блин, а вот мне нужно это. Глиняной сосуд. Мне бы. Подождите, глиняной сосуд, по сути, я могу здесь, да, использовать? Нет. Жаль. Мне нужно орудие. Ребят, нужно было все-таки покупать свиточки. Они лихо. Блин, идеальное оружие. Вот я нашел реально идеально. И больше сильно. Ну, заточить надо. Еще пробуем. Давай, безумный алхимик. Вот это плохо. Ой, 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 ой. Тихо. Сука. Да раз. Да отвалишь ты от меня. А, то есть они чисто на меня летят. Я не могу от яда избавиться, слишком много его. Перекат, перекат. Ой, блядь. Да ты, вы задолбали. Сколько, вот смотрите, сколько он юзает их. Бля. Я говорю, плевать на золото. Мне главное его грохнуть. И вы видите, у меня золото как бы не отнимается, а наоборот прибавляется. Вопрос из-за чего? Может действительно попытаться своей затычкой по его порезать. Давайте попробуем. Да давай, я понял. Ай, я тебя тоже понял. А. Великолепно. Ух, как они прыгают жестко. А ничего, что я еще встать не успел? А, вон оно что. Крут, крут, я крут, я крут, я крут, я крут. Так, запоминаем, у меня было косарь монет. У меня забирает 117. Мне было косарь. Если будет меньше 900. Все, видите, я купаюсь.
меня стамины не хватает. Хотя эти, знаете, здоровяки как бы... Хотя за одного такого мне дают 50. 50 монет. Пипец у него уже моих там душ. Давай, 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 давай. Ой, блядь, как же ты заебал. Видос. Отъебись. Давай, давай, давай. Тихо, вот эта херь опасная. Так, готово, готово, готово. Плевать, плевать. Так, жру. Наверх. Тихо, жираем. Тихо, нормально, нормально. Ну, блядь. Так, стамины мне немного вернули. Черная жемчужина. Ключ. Меч мне дали, ключ, 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 ключ. Так, теперь главное не сдохнуть. Да, но хилки у этих, конечно, убогие. Так если я буду отступником, камон. Так, ну это понятно, что я сейчас прокачаюсь. Блин, мне торговец нужен. Повысить уровень. Хера себе. Повышаемся. Древо навыков. Так, мне нужно фляги вкачивать. Следующая фляга здесь будет. Воля. Блин, я не хочу ради воли вкачивать. Так, что это? Легкие доспехи. Я все в ч... Здрасте. Магия. Кинжалы. Почему там кинжалы, блядь? Я не хочу кинжалами. Булавой. Боец с булавой. Нахер оно мне нужно? Альбарда. Зачем мне альбарда? Мечник. 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 Мечник нужен. Так, давайте, короче, меч прокачивать. Жалы. Вот эта линия мечей, оказывается. Нету альбарда. Мечник. Мечник пятого. А. Так. Нет. Могу я одолить. Удалить, закрыть. Мне нужен мечник. Мечник, вот он. То есть мне нужно все-таки волю вкачивать. Так, а что вот это за жемчужина? Ладно, непонятно. Тогда делаем вот как. Качаем волю. На единицу. Потом сюда пойдем. Этой линии. Ай, блин, тогда алебарды тоже не хочет скачать. Ловкость. Са. Владение кинжалами.
Владение мечами. Блин. Барды. Владение секирами, косами и копьями класса двумя. Блять, я не знаю. Тупое древо. Владение большими. Опа. Так, теперь понять, что мне будет интереснее. Здесь понятно. Так. 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 А, все, мне больше не хватает. Отлично. Отлично. АП. А, я понял. Не, меч мы будем затачивать. А почему, типа, я сейчас могу им все равно пользоваться? Или, типа, тогда я не полный урон наносил? Ладно, не суть. Ключик у меня есть. Использование мшистого ключа. А, идите в сраку. Что мы сейчас с вами делаем? Первое. Пробуем теперь грохнуть троллем. Второе. Пытаемся вернуться в самое начало. Я верю, это будет очень, поверьте мне, нелегко. Я что, не видел? Приятель. Опа. Сосать. Я наношу теперь полный урон. Так, здесь должен сейчас дух летать. Птичка. Да, теперь мой меч наносит именно тот урон, который надо. Сколько, блядь, 500? 500 это один халявный предмет на покупку. Чтоб ты всрался, тролль. В сраку пошел с ядом. Какой, я говорю, пошел с ядом. Тихо, пошел с сраку с ядом. Давай, беги. Шел. Рёш. Только тебе везет то, что я не могу тебя бить. Эй, а где мои души? Так, давай сделаем так. Я жру. Иду к тебе. Залазю. Кайф. Отлично. Окей. Перезапускаем тебя. Ребят, мы сейчас обязательно должны... Блин, нужно еще прочесть будет про этого. Блин, я его хрухну. И богу. Порыгаешь в следующей жизни, тварь. Давай. Хорошо, его бы степит после второго удара. Вот смотрите, сколько он яда сразу дает. Это жестко. Минус. Ладно, не такой уж он сильный. Фу. Моей нынешней прокачкой. Он мусор. Ай. Блядь, я так и знал. 450 душа соли будет потерян навсегда. Минус 467 золота. Найс. Короче, нахер надо вот это лутать, смотреть. Сейчас делаю... минус косарь золота, просто изи. Короче, обмануем его. Пойдет в жопу.
На душе мне тоже. Идите в жопу. Слышь, тварюка. Так, мои души. Так. Короче, вниз я больше сильно не прыгаю. Ой. Я думал, я дамаг получил. Так, а туда я не ходил. А, я до туда не допрыгну. Поэтому мы идем сейчас обратно наверх. О! О! А что это такое? Перячу через стены. Отлично. Отлично. Так держать. Минус. Не-не-не, вы мне уже не такие опасные. Так. Блин, а вот это... То, что они прыгают очень жестко, это да. Так, теперь я могу... Не, знаете, вот это хорошая страта, типа, сначала взять один... Почему там тропинка ведет? Куда? Куда она ведет? Ладно. Погнали наружу. А, хоть так, да? Сильно разницы в моем уроне нету. Да, вернулась. Да-да-да. Тебе мастера паркура не достать. Ну, сам напросился. Так, крылья. В принципе, душ мне даже, когда я дойду до конца, хватит на финальную прокачку. Теперь я буду ваншотить, по сути, всех на тех этажах. А это значит... Как-то так. Так, давайте я, ладно, отхилюсь разок. Их все равно до хера. Просто разрываю. Просто на разрыве. Так, а точно ли тут выход? Так, что здесь у нас было? Здесь рычаг закрытый. Вопрос, как мне спуститься вот там внизу, где огр был. Тогда здесь все, я могу отхилиться. Все. Так, поехали дальше. А мне только один, да? Проход. Ага. Первым нарыло. Ух. Я еще нашел проход. Кажись, еще нашел проход. Это свет. Блядь. Ловушки. Куда ты меня ведешь? Обманывать меня.
Это плохо. Рыцарь сейчас сюда пройдет. Оп. Сосать. Готов. Кольцо верности. Я получил колечко. Оказывается, у нас и тут дорога была. Ой. Зря кувырок сделал. А вот это и место. Наконец-то. Я понял, куда мне нужно было идти. Так, ладно, немножко сюда пройду. Так, каменный проводник. Фух. Хорошо, там где-то место есть. Да, я тебя здесь не видно. Нет, 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 до свидания. Короче, что мы делаем? Мы прокачиваем этот меч. Мы будем... Я сначала дойду в нашу локацию основную. По пути зайду мужичку. Куплю у него ингредиенты. Ну, веревочку эту. Если понадобится, то и клыки куплю. Ну, думаю, они сейчас не пригодятся нам. Так, вверх, 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 вверх. А, мы его просто теперь давим. И монетку я заберу. Жестко. До свидания. Здесь что-то только летучие мыши на меня будут нападать. На выходе. И это единственный минус. Так, крылья. Не, ну, та махина очень жестко ядовитая. Здесь я поспорить не могу. В принципе, я могу здесь всех еще создать, чтобы туда ж не бегать. Так, повысить уровень, во-первых. Раз. Так. Сделать подношение. Два. Лидер, наемник. Так, а кто ты? Проводник, да? Так, хочешь отправиться в другое святилище? Говорить. Я делаю все, чтобы в моих силах, чтобы свет и веры добрался до самых темных уголков этого мрачного острова. Так, ладно, переместиться. О. Что значит помещено? 14. Хорошо, это темное, это там, где мои, да? Короче, это типа костра перемещения. Это, надеюсь, бесплатно ж? Здорово, ребята. Да, мне нужно улучшить мой меч. Блин. А тогда... Сколько он сейчас весит, стопы? Улучшением и вес, типа? Ух, заебало. Бля, сбросилось. Так. Да нет, 12. Так, колечко, я два кольца получил, нихера себе, повышает волю. Ого, на 3 сразу. Повышает защиту против урона от тьмы. Вместо чего поставить? Так. Показывает энергию, не может сократить 3 шкалы. Это, в принципе, я сниму. Вот так пускай стоит. Так, еще. Это херня. 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 Легкая броня. Легкую броню я не ношу, но легкая броня тоже, замечу, тут такая себе, нормальная. Нет, подожди, подожди. Торговцу продам все. Продать предметы.
Так, хлыст, да. Много вещей метательных. Так, а что это повышает скорость атаки? Так, кольца, ладно, продавать не буду. Купить предметы. Что у тебя есть? Вилки, я думаю, в принципе, можно не покупать. Ладно, готово. Да, вступай с миром. Так, улучшить. Поехали. Мне нужно улучшить меч. Локон, у меня 7 штук. Ни хера себе. Улучшить, да, улучшить. Так, дальше улучшаем. Подожди, оно типа незначительно, да? Пипец, оно, конечно, мало. Улучшает? А, не суть. Клеймор. Следующее, сколько будет косарь стоить? Тихий солдата. Ладно, сколько ты будешь стоить? Ну, короче, оно все увеличит на 2. Если оно увеличит все на 2. Такое, ребят. Так, стопы, щиты. Щиты поставить. Точно. Точно, точно, я забыл. Херня. Короче, это все херня. Щиты можно все продать. Поэтому продать предметы. А, подожди, так это вся одежда, да, моя? Так, ладно, тогда тебя продаю. Вот это ха... Блин. Блин, это спорный. Ладно, я буду в тяжелый ходить. Продать. Хотя это тяжелая броня, я замечу. Продать. Лучше продать, продать. Все продаем. Оружие, лук. Пускай будет на всякий случай, если вдруг будут такие какие-то жесткие у нас враги. Подвеску мне нужно повесить. Что? Что? Материал? Это тоже материал? Так, ладно, купить предметы. А, дальше она не листает, хорошо. Так, готово. Итого, у меня дохерища денег. Купить. На что я не могу потратиться. Потому что это все дерьмо у них. Вопрос, почему? Так, купить предметы. Учить молитвы. Мне молитва нужна, камон. Купить предметы. Уже стоит покупать на самом деле. Легкая броня. В принципе, можно купить. Пользуйте на оружие, чтобы добиться. Я куплю одну. Готово. Все, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.